вон, смотри, флаг независимости Каталонии. Сегодня мы посетим младшую сестру прекрасной Барселоны, город Жирона. Это цитадель каталонских сепаратистов и недовольных граждан, но в то же время город с тысячелетней историей и красивой архитектурой. Вот очередной день наших путешествий. Да, теперь сегодня мы в Жироне. Большинство туристов приезжают в Жирону из Барселоны. И мы не стали исключением. Мы воспользовались поездом и приехали на вокзал Жироны. Он находится в 10 минутах ходьбы от центра города. Так что нам пришлось немножко прогуляться. Вот мы почти уже дошли до центра города. Сейчас стоим на одном из самых старых мостов Жирона. Это называется, не знаю, правильно говорю или нет, Пьедра, каменный мост. Вот, а сзади нас видно металлический. Это его проектировал Айфель, тот же, который проектировал Айфелеву башню. Уже на подходе к центру города нас удивило огромное количество символов каталонских сепаратистов, баннеров и различных плакатов, призывающих к независимости и отделению от Испании. Повсюду нас встречали неофициальные флаги Каталонской республики. Они даже были вывешены на официальных муниципальных зданиях, что является нелегальным. Ой, вот мы флаг независимости. Ой, блин, это походу не то. Сейчас вот мы подобрались к собору Жироны. Попробуем зайти внутрь, Маш. Пойдем. Я должна себя исправить. Это старый собор Жироны. Сейчас называется базилика де Сан-Филио. А новый собор находится справа от него. Вход берут по сеньоре на рыло. Все-таки мы зашли в эту базилику, оказалось, что здесь надо платить деньги. В последнее время тут вообще в этой Каталонии наблюдается такая тенденция очень нехорошая. Вот в католических храмах всегда требуют деньги за вход. Вот в других частях Испании такого нет. Нового. Это базилика святого Филио алиас Феликс. В октябре у них тут день его имени, и в этот день они раздают вату для ушей от каких-то там болячек. Еще их тут вечно на них нападали французы, поэтому эта церковь выглядит почти как крепость, и, как всегда, тут захоронены его останки или части, или что-то такое. Трупики. Теперь сходим в кафедральный собор, может там получше будет, покрасивей, побогаче. Внутри этой церкви находился довольно-таки скучный церковный музей с разной утварью, картинами, подсвечниками, крестами и так далее. Мы буквально галопом пробежались по этому музею и быстро устремились во внутренний дворик собора. Большая ремаркочка тут. Если вы инвалид или с коляской, то сюда просто не попадете. Вообще жесть какая-то. Невозможно. Три ступеньки и тяжело очень все. Вот мы тут увидели кое-какую странность. Маша говорит, там расчлененка лежит.
Мне кажется, целый человек не поместится, может, какие-то руки, ноги. Ну и специально так высоко, чтобы от крыс подальше вот, сидят еще что-нибудь. Ну как тебе в этой церкви понравилось? Такая же шняга. Ну наконец-то мы вышли из этой церкви. Да, спустились, так сказать, с святой земли на грешную землю. Да, надо помыться, пойти в баню арабскую. Где-то в районе 9 века Жирон завоевали арабы, и за время своего пребывания они понастроили здесь разных сооружений, мечетей, школ, бань. И вот одна из таких бань сохранилась до нашего времени. Вот мы нашли уже наш обед, осталось его только выловить. Здесь, походу, туристов они не очень любят, эти товарищи. Так, как везде в Каталонии в последнее время. Чем больше они хотят тут независимости, тем больше они тут туристов начинают недолюбливать. Что, пойдем дальше посмотрим достопримечательности? Пойдем погуляем. Гуляя по узеньким улочкам Жироны, невозможно не наткнуться на главную площадь города, в центре которой установлен памятник защитникам города в Пиренейской войне. Чтобы посмотреть очередную достопримечательность, нам пришлось подняться из нижней части города в верхнюю. Вот наконец-то спустя 3 или 4 лестницы мы тут добрались до универа. Да. Не очень-таки приятно, если с коляской ходить или вообще трудно ходить. Да, очень. Только хотел сказать, это не то, что мы такие старые, это просто с коляской, поэтому запыхались так. Ну вот вроде ничего, так у них универ. Это те каталонцы, кто не поступает в университет Барселоны, ездят сюда 30 минут от Барселоны езды. Угу. Ну это 30 минут, если ты богатый, а если нет, то на электричке 1.5 часа. Такой вот у них кампус тут. Вот заключительный, наверное, пункт нашего путешествия. Это крепостная стена сзади. Да, проходит почти вокруг целого города. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подпишитесь на этот канал, не забудьте включить колокольчик и до новых встреч!